столице Татарстана. Сегодня большие торжества по случаю православного праздника. В день обретения Казанской иконы Божией Матери патриарх Московский и всея Руси совершил молебен и заложил символический камень в основание храма. Его возведут на месте собора, разрушенного в 30-е годы. Согласно преданию, именно там и явилась икона, которую верующие особо почитают уже несколько столетий. По легенде, образ Казанской Божьей Матери, принесенный в Москву, помог освободить город от интервентов в 17 веке. А во время Великой Отечественной самолет с иконой облетал столицу, когда фашистские войска стояли у ворот. Сегодня в торжествах в Казани приняли участие больше 1000 верующих.